Всем большой привет, с вами снова Таня, спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Тема сегодняшнего видео – это ошибки в уходе за проблемной кожей лица. И когда я готовилась к этому ролику, записывала тезисы, о которых я хочу поговорить, я опиралась, конечно же, прежде всего на свой личный опыт, потому что у меня проблемная кожа лица, и она у меня проблемная еще с подросткового возраста, очень-очень много лет уже. Но сейчас, слава богу, я разобралась с уходом и привела свою кожу в нормальное состояние, но все равно периодически какие-то прыщи, высыпания у меня возникают. Это мои верные спутники. Также я, конечно, опиралась на опыт своих знакомых, своих подруг, своего окружения и на ваши вопросы и комментарии, которые вы мне пишете. В них тоже довольно часто прослеживаются эти самые распространенные ошибки, которые губят нашу кожу. Если, кстати, вы видите меня впервые, то я приглашаю вас подписаться на мой канал. У меня тут много интересных и полезных роликов. Выходят они у меня каждую неделю. Подписывайтесь, присоединяйтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых роликах. Ну что, теперь перейдем к ошибкам. И ошибка номер один – это неправильное определение своего типа кожи. Есть такое распространенное заблуждение, что прыщи возникают только на жирной коже лица. На самом деле это не так. Прыщи и воспаления могут возникать на любом типе кожи, даже на сухой. И я, кстати, в подростковом возрасте сама была подвержена этому стереотипу и считала, что у меня супер жирная кожа лица. Раз у меня вскакивают прыщи, значит 100% жирная. Но на самом деле это не так. Кожа у меня не жирная, а комбинированная, склонные к жирности в Т-зоне, а по периферии лица у меня нормальная кожа и зимой даже бывает иногда суховатая. Определить свой тип кожи можно с помощью очень простого теста. Для этого вам понадобится умыться как следует, очистить кожу своим гелем для умывания или пенкой для умывания и больше ничего на кожу не наносить, и где-то через час-полтора взять тоненькую салфеточку. Для этого, например, отлично подойдет бумажный платочек, который просто нужно расслоить на две части, чтобы получить вот такую тоненькую бумажную салфетку. И эту салфеточку вы прикладываете к разным участкам своего лица и смотрите, остаются ли на ней жирные пятна. Если у вас на салфетке остаются большие жирные следы по всему лицу и на щеках, вот здесь, допустим, по линии челюсти, и вот здесь наверху на лбу, везде остаются жирные пятна достаточно крупные, значит, у вас жирная кожа. Если у вас комбинированная кожа, то крупные жирные следы будут оставаться, когда вы будете прикасаться салфеткой к Т-зоне, а по периферии лица салфетка будет чистая, без жирных следов. При нормальной коже лица жирные пятнышки будут совсем минимальные, практически незаметные, а если у вас сухая кожа лица, то салфетка будет просто сухая, либо прям совсем-совсем-совсем крошечными жирными пятнышками, потому что, в принципе, все равно любая кожа выделяет кожный себум. С помощью такого простого теста вы легко дома определите, какой у вас тип кожи, и уже будете подбирать к нему соответствующий уход. Ошибка номер два – это недостаточное очищение кожи. Это супер распространенная ошибка, которую я тоже совершала. Очень многие смывают макияж и умываются одновременно всего лишь одним средством, гелем или пенкой для умывания, и таким образом как бы убивают двух зайцев одновременно. И макияж смыли, и лицо умыли. На самом деле это так не работает, и такого очищения недостаточно. Если вы используете макияж на лице, то надо обязательно его смывать специализированными средствами для снятия макияжа. Это может быть, например, мицеллярная вода или гидрофильное масло, или можно их комбинировать. Я, например, люблю смывать макияж с глаз мицеллярной водой, а с кожи лица гидрофильным маслом. Я очень люблю гидрофильные масла, ничто так качественно не смывает тональное средство с лица, особенно если это какой-нибудь корейский BB-крем. Его ничто не возьмет, кроме хорошего гидрофильного масла или гидрофильного бальзама. Я вообще обожаю систему умывания 4-2-4. Это корейская система умывания, о которой у меня есть отдельное видео. Если интересно, посмотрите его, ссылочка где-нибудь вверху всплывет и будет внизу в инфобоксе. Там я подробно рассказываю об этой системе, в нее входит гидрофильное масло, пенка для умывания, и вся фишка там именно в продолжительности этапов очищения и в том, как завершать процесс очищения кожи. Эта система 4-2-4 просто преображает кожу, прям вот кардинально может изменить ее состояние. Посмотрите то видео, я эту систему обожаю.
Ошибка номер три противоположна второй ошибке. Это, наоборот, избыточное очищение кожи. Можно отнести умывание чаще, чем 2 раза в день, без особой необходимости. Ну, понятное дело, что, например, если у вас была какая-то активная тренировка, вы вспотели, то, конечно же, вы принимаете душ и умываетесь. Но если нет никакой особой необходимости, то не нужно умываться чаще, чем 2 раза в день. Это приводит к переизбыточному очищению кожи, что ведет в итоге к пересушиванию кожи. А пересушенная кожа начинает выделять еще больше кожного жира для того, чтобы защититься, восстановиться. И получается такой как бы замкнутый круг. Чем больше кожу очищаем, тем больше она выделяет кожного жира, тем больше хочется ее снова и снова очищать. И в итоге кожа в стрессе, постоянно стрессует, выделяет кожный себум. Все это приводит к образованию воспалений, забитых пор, черных точек. В общем, получается замкнутый круг. К этому пункту я бы еще отнесла суперагрессивные средства для умывания кожи. Многие, я знаю, что умываются вообще обычным мылом, либо еще хуже, хозяйственным мылом. Это, конечно, просто ужасно, потому что ни обычное туалетное мыло, ни хозяйственное мыло не предназначены для того, чтобы умывать им лицо. Они слишком агрессивные, они очень щелочные, и они очень сильно пересушивают кожу, нарушают гидролипидный баланс кожи. И все это, опять же, приводит к пересушиванию, а пересушивание к излишней выработке кожного жира. Ну, в общем, вы поняли, я только что об этом рассказывала. Но не только мыло может сильно пересушивать кожу, бывают еще и средства для умывания, которые адски просто сушат и стягивают кожу. Поэтому, конечно, я вам рекомендую обращать внимание на какие-то более мягкие средства для умывания, после которых не будет чувства жуткой стянутости. Ошибка номер 4 заключается в распространенном очень мифе о том, что жирную кожу нужно обязательно подсушивать. Вот сухую нужно увлажнять, а жирную нужно подсушивать, и тогда все будет окей. Но на самом деле это не так. Уже в предыдущем пункте я рассказала, чем больше мы кожу сушим, тем больше она выделяет кожного жира. От этого появляется еще больше воспалений, черных точек и так далее. Кожу нужно любую увлажнять, будь то жирная кожа, будь то сухая кожа. Просто тут должны быть разные средства, подобранные именно в соответствии с вашим типом кожи. Не игнорируйте увлажняющие кремы, увлажняющие сыворотки, увлажняющие маски. Все это верные помощники, которые действительно улучшают состояние нашей кожи, делают ее красивой, свежей, гладкой и без воспалений. Следующая ошибка – это использование очень плотных комедогенных тональных основ, тональных кремов. И я прекрасно понимаю желание замазать прыщи, которые есть на лице, замаскировать их так, чтобы их не было видно. Но очень часто плотные тональные основы являются достаточно комедогенными. И если у вас проблемная кожа, обязательно обращайте внимание, есть ли на тональном средстве пометочка о том, что это тональное средство не комедоген. У многих компаний есть специальные тональные средства именно для проблемной кожи, которые как раз-таки не комедогенные, легкие и не будут усугублять состояние кожи. Плотный, жирный тональный крем, в составе которого есть комедогенные компоненты, совершенно точно состояние кожи будет ухудшать. Да, вы получите визуальный эффект, у вас будут замазаны прыщи, но состояние кожи будет становиться все хуже и хуже. Для проблемной кожи гораздо лучше подходят легкие тональные основы. Еще очень хороший вариант для проблемной кожи — это минеральные тональные основы. Они абсолютно натуральные, состоят только из минералов, и они не только маскируют прыщи и воспаления, но еще и подлечивают кожу. Следующая очень распространенная ошибка – это использование детского крема в качестве повседневного ухода для лица. На самом деле детский крем не предназначен для ухода за взрослой кожей лица, это средство, предназначенное для детей. Детская кожа очень нежная, она нуждается в защите. И поэтому в составе детских кремов содержатся компоненты, которые создают на поверхности кожи защитную пленочку, которая эту кожу, собственно, защищает. Взрослой кожи лица эта пленка совершенно ни к чему, она приведет к забиванию пор, к появлению прыщей, черных точек. И помимо того, что детский крем создает пленку, в нем не содержатся увлажняющие компоненты, которые необходимы для качественного ухода за взрослой кожей. Поэтому я вам очень не рекомендую использовать детский крем как основной уход, может быть, как какой-то соцсредство для защиты от 30-градусного мороза, можно и намазаться, но как дневной и вечерний уход использовать
детский крем, это неправильно, это приведет к большим проблемам с кожей. Даже если поначалу вам будет казаться, что все здорово и все классно, со временем вы увидите, как ваша кожа будет ухудшаться. Детский крем не предназначен для взрослой кожи лица. Запуталась какая-то по счету ошибка. В общем, следующая ошибка – это неполное смывание с кожи, лица и тела средств для волос, а именно масок, бальзамов, кондиционеров для волос. Если вы замечаете, что у вас вскакивают прыщи вот здесь, вот на лбу, на висках, или, например, на задней поверхности шеи, на верхней части спины, или если у вас длинные волосы, то это могут быть вообще прыщи по всей спине, и вы не понимаете, откуда они у вас берутся, вроде бы ухаживаете за кожей правильно и все делаете правильно, но постоянно вот в этих областях появляются прыщи, обратите внимание на то, как вы смываете кондиционеры и маски с волос. Я, например, по себе замечаю много раз, что если я плохо смою маску или бальзам, то у меня появляются прыщи на верхней части спины и на задней поверхности шеи. Причин возникновения прыщей может быть, конечно же, множество, но обратите внимание на то, насколько хорошо вы смываете эти средства. Ну и последняя ошибка, о которой я хочу поговорить сегодня, это отсутствие систематичности и регулярности в уходе за кожей. Очень многие ухаживают за кожей раз от разу. Сегодня нанесли увлажняющий крем, а завтра забыли и не нанесли. Сегодня хорошо очистили кожу, а завтра вообще легли спать с макияжем. И такое отсутствие систематичности, конечно же, не приводит ни к каким хорошим результатам, и вы не видите никакого улучшения состояния вашей кожи. И кажется, что вся эта косметика, все это развод маркетологов, все это не работает, все это не нужно, а дело все в том, что нет систематичности и регулярности в уходе. Уход должен быть регулярным, утром, вечером, каждый день, даже если вечером очень лень и очень хочется спать, все равно надо обязательно тщательно снимать макияж, очищать кожу, наносить увлажняющий крем, тоник, крем вокруг глаз, сыворотки, эссенции, в общем, что входит в ваш уход, и все это нужно обязательно делать регулярно, только тогда действительно можно будет увидеть, насколько лучше стало состояние кожи. Если делать все это раз от разу, то, конечно, никаких улучшений вы не увидите. Вот, собственно, все. Буду на сегодня заканчивать. Может быть, какие-то ошибки я не затронула, но захотелось поговорить именно об этих, потому что мне кажется, что они такие наиболее часто встречающиеся. И пишите обязательно в комментариях, какие из этих ошибок вы совершали. Я совершала практически все, но на своем опыте убедилась, насколько они сильно портят кожу и усугубляют состояние проблемной кожи. Делитесь вашим мнением в комментариях, что вы думаете по поводу этих ошибок, какие вы совершали, какие не совершали. В общем, буду благодарна обратной связи от вас. И большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. И подписывайтесь на меня в Instagram. Я вас тоже всегда там очень жду. Я всех обнимаю, целую. Пока-пока. До встречи в новых видео.